Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я вам покажу Германию с другой стороны. Сейчас нахожусь я в районе Санкт-Паули, это Гамбург. Район считается один из самых старых районов этого города. Здесь проживают творческие личности, плюс здесь много людей, которые получают очень маленькие доходы. Спят на улицах, есть ночлежки, есть специальные такие заведения, где кормят бездомных и малообеспеченных немцев, и не только немцев, потому что так как Евросоюз, границы открыты, люди приезжают со всех стран сюда, бездомные, с Польши, с Румынии, и в надежде здесь найти какое-то убежище, лучшую жизнь. Они здесь не зарегистрированы, им хочется кушать, и вот такие специальные заведения кормят безработных и помогают бездомным людям. Многие люди не имеют хорошего достатка, они ходят, собирают бутылки, потому что в Германии бутылки можно сдать и получить за одну бутылку 25 центов. Вот так люди спят. Я не зря поехал с утра поснимать вам район Сан-Паули, потому что магазины закрыты, вы видите, жалюзи опущены, и вот на каждой жалюзи вы видите граффити. Это все творят вот местные творилы, как они себя называют, свободные художники. То есть вы посмотрите здания 19 века, да, вот люди когда-то строили такие красивые здания, теперь все это испачкано вот такими непонятными граффити. Вот. Считают граффити это как искусство, но я не знаю, ребят. По мне искусство это вот, посмотрите, дома с красивым фасадом. И когда ты смотришь, что вот эти дома так испачканы вот так ненужными какими-то красками, какими-то рисунками. То есть, ну, некрасиво, ребят, по мне как. Посмотрите контраст здания 19 века, и когда вы вниз смотрите, вот это все загажено людьми, которые считают себя, что они вот создают новую культуру. Евросоюз большой, и все хотят попасть в Германию, даже те же бездомные. Они сюда приезжают без регистрации, у них шансов здесь найти хорошую жизнь нет. Они просто ночуют под мостами, ходят в ночлежки, получают от благотворительных организаций еду. Есть такая организация Deutsche Tafel, это организация, которая помогает, кормит людей бесплатно. Она эти продукты берет у магазинов или покупает за маленькие деньги и раздает нуждающимся. То есть, если у тебя маленький заработок или ты безработный, показываешь бумаги, и ты можешь ходить на такие обеды. Также они кормят бездомных. И вот сейчас в связи с этим, что многие миллиарды евро уходят на разные нужды, Германия платит другим странам, да, а немцам сейчас как раз приходится очень туго, потому что деньги поступают в такие организации все меньше и меньше. И люди становятся агрессивными, потому что еды на всех не хватает. Я езжу по городу, я сам это все вижу, я знаю, где эти тафели находятся, вот эти организации. Когда ты мимо проезжаешь, ты видишь чуть ли не километровую очередь, чтобы получить бесплатный обед. Ребята, это я сам вижу, это никто мне не рассказывает. То есть вот что вижу, я вам рассказываю. И ты понимаешь, что ситуация в Германии стала хуже. А когда ты слушаешь, что Херр Шольц 2 миллиарда отдает на какие-то там помощь, да, другому народу, ну, ребят, ну, как-то понимаешь, что он делает что-то неправильно, потому что есть свой народ, который стал немножечко, даже не немножко, а совсем беднее стал, и ему тоже надо помогать. И эти очереди, они там дерутся за еду, потому что еды на всех не хватает. Но такая жизнь глазами не туриста. Я вам показываю, что есть все-таки и обратная сторона Германии.
Просто многие люди живут немножечко в своем мире, а когда ты приезжаешь на работу, с работы домой, в магазин, ну и в ресторан, все. А когда ты больше у тебя таких нету, да, передвижений, ты мало чем интересуешься, то, конечно, ты живешь в Германии, у тебя все хорошо. Когда ты немножечко копнешь поглубже, когда узнаешь, что миллионы человек в Германии живут за чертой бедности, и есть такие организации, которые помогают этим людям, то уже смотришь на это другими глазами. Опять же, это мало кого интересует, ребята, потому что люди, которые работают, имеют хороший достаток, им это неинтересно. Раз я вам рассказываю про один из самых старых районов Гамбурга, Сан-Паули, то можно, конечно, упомянуть и футбольный клуб Сан-Паули. Он был основан в 1910 году. Сейчас я нахожусь перед стадионом Сан-Паули. Его, конечно, уже перестраивали много раз, но сам клуб сейчас играет во второй Бундеслиге. И, возможно, если повезет, он может выйти в этом году в первую Бундеслигу. То есть вот район, он имеет свою такую историю отдельно от Гамбурга. Сейчас очень много мусора, потому что сегодня воскресенье, утро, и вчера здесь пили, гуляли, бутылки валяются разбитые. Все это потом будет специально служба приезжать убирать чуть попозже. И вот в таком районе, вы видите, есть такая церковь старая. Перед вами Йозеф Кирхе, основана в 1718 году. И во время войны была повреждена, после войны ее восстановили. Церковь рабочая, то есть вот здесь у нас дискотеки. Тут же погуляли, потом можно прийти и сразу грехи замолить. То есть все в шаговой доступности. Сейчас идет служба. Музыку слышно. Даже вот над зданием стоит Анно 1717 года. Вот такой контраст нам предлагает район Сан-Паули. Контраст зданий, посмотрите. Когда рядом стоит новое здание, а здесь такое ощущение, вот после войны, как вот остались эти здания, так они их даже и не реставрировали. Это обычное дело. После субботы погуляли хорошо. Хотя, если посмотреть, зайти во внутренние дворы, посмотрите, вот я только что показал вам старое здание, а вот здесь уже идут новые постройки. Это все в Сан-Паули. Чем еще известен этот район Сан-Паули? Тем, что здесь выступала группа Beatles. Есть на этой улице одноименный бар, в честь названный как раз Beatles. Вот они в этом баре первый раз выступали в Германии. То есть вот такой факт. Кто хочет, посмотрите мое видео про Гамбург. Я снимал две части, я рассказывал про этот бар. Тут, если посмотреть, это вот где красное здание. Так что я не буду повторяться, просто зайдите и посмотрите. А я вам показываю архитектуру этого старого района. Здесь раньше был завод, осталась башня, но сейчас там будут строить дома жилые. Люди нуждаются в квартирах. Даже вот есть плакат. Вы догадались, я на Репербане. Это одна из главных достопримечательностей района Сан-Паули. Про нее, эту улицу, рассказывать не буду, потому что я делал видео про Гамбург. Посмотрите, кто не смотрел. Просто скажу, что одна из таких улиц, куда приезжают туристы, так как здесь много баров, ресторанов, дискотек,
жилищных домов, ну и разных увеселительных заведений. То есть тут на любой вкус и цвет можно найти. Плюс здесь также много людей, которые попрошайничают, бездомные, они же тут спят, просят милостыню с утра, чтобы купить себе очередную порцию пива. Вот сзади меня, по-моему, люди сидят как раз. Им просто надо на пиво немножко денег подкинуть, и они могут дальше жить. У многих людей это образ жизни, просто приехать сюда, жить без дома, пить пиво, просить милостыню и ничем не заниматься. Вот они сидят возле туалета с вещами, постоянно передвигаются. Но это уже, знаете, люди, которые ничем не хотят заниматься. Вот у них единственное это выпить, где-то деньги найти на выпивку. Вот с утра их очень много. То есть вечером это туристы, а утром это местные люди, которые просят милостыню. Если посмотреть вот полностью. Человек вот так живет. То он утром проснулся, у него в руках бутылка уже. Что, ребятки, будем заканчивать видео. Вот так прошелся. У меня уже косы тут смотрят, что хожу, снимаю все. Хотели еще к себе подозвать. Я говорю, ребят, я подходить к вам не буду, я вас не знаю. Так что давайте заканчивать видео. Показал вам Сан-Паули во всей красе с утра, когда нету туристов, когда в основном это местные люди, которые здесь живут. Одни завтракают, сидят на улице в кафе, другие сидят на тротуаре и допивают последнюю бутылку пива. То есть вот такой контраст предлагает вам Сан-Паули. Смотрим новое видео, подписываемся. С вами был Андрей, всем пока.